Bunu nasıl yapabilirsin ya? Ha? Nasıl yapabilirsin bu? Ya. Asıl iş o. Niye bu? Kes. İndiz filmine ne oldu? Sen de bakıyorsun. Sen de Rus diye. Очень большое расстояние уже. Все расстояние, да, ближний бой, конечно. Ближний бой, да? Это как боксер перед нас есть. Вот. Да, теперь ждарчик. Да. О! Отлично. Как было там, ноги надо было поднимать? Ну, поднимать ноги, да, это идеальный вариант. Конечно, да. Вообще свечку делают профессионалы туда. То есть получается, профессионалы делают свечку, нагрузка тогда на то дело увеличивается во много раз. То есть практически нужно вот так свечку, так один друг на друга. И тут потом фаза уже, когда вот верхний уже практически начинает падать туда-назад, да, он стучит, и тот его возвращает на него. То есть вот сюда должен падать. Ну, по идее, но я должен вот так вот. Вот так. Ну это и давление тоже, да? Да, ну ты знаешь, как мы, то есть это все тело должен держать и не бросить меня, бросать меня не надо. И зафиксировать, да. Я тебе минус 5 вот так стоял. 10. Сейчас перейдем к третьему. Я что делаю? Так. Рука сразу блокирует, защищает. Ну, я начинаю раз, разворачиваюсь. Два, три. Перехватываю руку и следующее вращение. Раз, два, три. Это он сунай. И идет такой же подъем. Все передвижения, да? Раз. Эта нога ушла, эта нога становится на ее место. Два, три. Следующее действие. Ты меня держишь, ты хоть что. А я отсюда. Раз. Два. Три. Теперь почему руки так не будут? Сейчас немножко скажу. Здесь это блок, понятно, что будет. Закрыть лицо, и в то же время мы блокируем вот эту руку. Для чего? Для того, чтобы нанесение удара. Может быть сюда, может быть сюда. Поэтому партнер мой, в принципе, он, понимая, что будет атака идти, он эту руку уберет, чтобы я не атаковал. И освободить мне возможность перехватить вот здесь. Я отсюда меняю направление на нос. Еще раз. Еще раз.
вот с шагом ноги белый свет. Перехватил вот здесь руку. И отсюда ее. В принципе, основа это вращательный. Раз, два, три. Раз, два, три. Мы покрутились полностью. Ну, попробуем. Это четвертое упражнение. Тоже не очень сложно. Да. Да, в любую сторону. О, да. А для этой нога. О, ну конечно. Собственно, тут не, это другая другого. Вот. Вот. И вот пошла эта сторона с нее. Вот. И такая же позиция у вас. Очень большой. Хотя можно и на солдат проще делать. Да. Хорошо. Чуть поменьше. Дальше.
Это как мне один, один тренер, учитель, сказал, мастерство заключается в том, что, ну, истина, протянуть свой шаг, на, сделать свой шаг за 120 секунд. То есть 2 минуты. Можно ли мне сделать 2 минуты шаг? Я пробовал, это получается. Причем все время движение. Так, и пятое упражнение. Пятое упражнение. Это тоже прокалывание, но только прокалывание, когда мы бок встаем. То есть развивать периферическое зрение. Мы смотрим вперед, а видеть должны, что творится у нас по сторонам. Так, давай 2 метра. Хорошо. Как первое упражнение. Я иду, только сразу стараюсь руку. Раз, два, и вот сюда. Проколоть и толкаю его вот сюда в голову. Понятно? Правой рукой делают, я правой рукой буду защищаться. На третий шаг, ну ладно, на второй, да, Смотрите, вот третий шаг. Я опять даю ему уверенность в том, что он все-таки меня будет прокалывать. Каким? Он идет, и я оп. Сказали надо. Не, не, ну лучше не так, что я голову разворачиваю, он. И здесь вот я ловлю его. Разворачиваюсь. Вот такое действие. Сейчас пока вот на этом остановимся. Там тоже несколько частей еще. Так, вот 2 метра. Сюда я на себя, вот. Оп. Здесь такое натяжение. Ему надо будет делать защиту, потому что если он в этом опасном положении, здесь может быть удар сюда, сюда, ну то есть опасно очень. Поэтому защита опять пойдет туда. Точно. Ну, может сразу, да, наверное? Опять на крабль, да. Он опять наткнется на перегар. То есть мы уходим сюда вот, и он, конечно же, опять идет атаковать сравнение нет ногой. Вот. И вы даете ему опять уверенность в том, что он все-таки хочет, отходите, он дальше. Вот, оп. Но только блокировка будет немножко другая. Разворачивайтесь и руки вот сюда. Видите, вот это. Не так, как первый, вот так. А и вот сюда. Это просто кинул. Нет, ну когда мы сделали сюда, так, колено, сюда, позвоночник, уже там резко вниз дернули, он уже упал вниз. Тут очень уже патовое положение. Даже если я возьму вот так пальцы, я же не буду держать, я их хрест резко. Вот здесь схватил я хрест здесь. Он развернул сюда руки в колено. Хрест! Право-направо. Ага. И сюда. Не-не-не-не-не, хоть лучше. Он же шел туда, и туда же протягиваем. Оп! И он пойдет опять туда, на тебя идет. Ты уверен. Оп! И сюда ушки. А, вот. Вот так. Не шагаем к нему. Отошли. А, натянули. Да, мы его сюда. Так. Что у нас происходит? Вот мы становимся. Атакуем на не наружу далеко. Продолжение туда. Оп. И мы пошли отсюда снизу. Заяц! Заяц! Нет, нет.
правильно, да. Когда ныряешь и тянешь. Ну, нет, тоже. Вот, отлично. И пошел отходить. Да. Растягивай и сюда. Оп. Подходить не надо. Нет. Сюда и можешь убить. Сейчас. Смотри, прямо перед собой. Вот, ты должен вот периферическое зрение. Голову отводи, вот. Вперед, тянешь его, тянешь. Вот, чтобы он тянешь, отходишь. Ушки. И вниз чуть. Вот. Да. Лево на лево. Туда подливай.
Вот этот палец лучше так не держать. Вот так. Вот, знаете, сразу ломается. Лучше прижать. Вот так говорю. Не-не-не, прижать. Вот, все будет. И желательно, ну, то есть не надо мимо. Мимо я не буду. Вот желательно на него прям идти. Вот. Плюс пошел разворот. Раз и перехват. Я разворачиваюсь. Теперь. Не, не, не надо меня опускать. Сделал? Теперь нет. Развернулся. Это первое. Второе. Толкание в спину. Это уже, наверное, напоминает. Вот второе толкание в пропасть. Третье. Захват за руки. Да. Четвертое. Разворот за плечи. И пятое. Прокалывание. Так, только делаем. Вот это. Ну, тот, кто только что сделал. Да? Ну, попробуйте, все забыли. Стаканчик. Нужно. Ладно, звоночек. Слушай, слушай. Не теряй. Нет. Я. Сюда в руку. А вот сюда вот. Здесь жестко поставьте. Вот смотрите. Вот это натянет руку. У меня не согнутый. Руку. Как лук. Прям представляете, что лук. Если вот так, то лук не натянет. Вот так кладешь. А это натягиваешь.